Да. Тихо. Боксер первого разряда Ростислав Макрушенко. Ему 17 лет. Представляет город Черкассы, комплексный УДУ США «Виктория». Боксом занимается 5 лет. Является финалистом чемпионата Украины в городе Керчь. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Виктора Кирченко. Сейчас Хорош, молодец.
Классно. Нокаутом в третьем раунде завоевал Иван Муленко Тайнова, основной звание чемпиона Черкасской области 2015 года в категории до 81 килограмма. Боксеры награждаются за второе место Ростислав Макрушенко Виктория дипломом и медалью за второе место. Чемпионом Черкасской области 2015 года в этой категории стал Иван Муленко Тальное. Награждение проводит мастер спорта СССР, двукратный чемпион Украины Павел Пономарев.